Всем привет! И сегодня у нас в кратком обзоре игра под названием «Казино 4 короля». Насколько я почитал в описании, данная игра представляет из себя симулятор игр в казино. И жанр у него, один из жанров, это ММО. Ну что, нам предлагают для начала себе отредактировать персонажа. Единственное напрягло, что надо перед запуском регистрироваться, опять вводить свои данные. Хоть это можно и быстро сделать, но все равно напрягает данная тема. Что тут нам говорят? Рецензии тут все рекомендуют. Вау-вау-вау. Короче, тут рекомендации у нее положительные одни. Можно тут поиграть будет и в покер, и в бридж, рулетку, кости. Короче, весь суп-набор. На низких ставках, на высоких, наверное, тут можно и за деньги играть, я так понимаю, что ли. Бакар и одноколодный блэкджек могут быть найдены только в VIP-зоне. Вот так вот, ребятки. Что-то долго грузится тут. Ну, давай. Ага. Можно себе тут персонажа, короче. Цвет глаз, прям Симпсоны отдыхают. Родинку, губы ей сделать. Пухляк. Брови. Такие. Ладно, ну что, такая у нас барышня. Главное уровень. Задание, настройка аватара. Танцуйте 5 секунд, танцуйте. Так. 5 секунд танцуй. Магазин. Какие-то магазины есть. Что здесь? Можно тут подкупить, походу, себе вещичек. А, ну, у меня денег нету, наверное. Тупо сюда заходить без денег, но так чисто для ознакомления. Так что я выполнил это задание, да. Бесплатные игры. Так. Лист друзей. Новости, уведомления, настройка аватара. Ну, мы сделали уровень. Мы сделали карта. Какие-то танки там. Че ты бегаешь? Именно носится, короче, по. Давай будем играть вот в это. Что это такое? Автомат с фишками. И чё? Это автомат с фишками. Так, какая-то невидимая стенка. Спасибо. А жопой как виляет, нормально. Извините, девушка, можно поиграть?
на Е. У меня есть фишки, подождите, ребята. У меня вон купить фишки. А, так, у меня есть 10 тысяч. Нет, пошли его в одно место. За какие бабки тут фишки? У меня есть тут фишки. Ладно, давайте зарубимся. Видеопокер какой-то. Прям там в кресло садится. Ну и... Пожалуйста, еще раз. Нет. Я в это не умею играть. Это не моя тема. Давайте зарубимся в рулетку. Это уже посерьезнее. 13. И будет у нас красная. И вот это. Сделано. И... Блин. 28 черная. Так, 14 красная. Красная выпадет. Еще 100. И еще. Сделано. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Ну что, крути, волчок. Давай, 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 давай. Зеро. Ладно, повторим. Красная. Так, красная будет у нас. Красная. И красная. Черная. Блин. Блин, блин, блин. Выход. Ну что, вот такой вот симулятор казино. Если вам понравилось, скачивайте его бесплатно в Steam и играйте. В принципе, забавная такая вещичка. Можно поубивать какое-то время, попрокачиваться. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.